Анне Викторовне Мироновой письмо. Проходи. Велено передать в собственные руки. Конверт из гостиницы. Кто передал? Барин, он не велел говорить. Имени не знаю. Из себя высокий, худой, важный. Утром сегодня в город приехал. Ладно. Ступай. Лучше вы расскажите мне, как идут дела. Яков Платонович, хуже некуда. За 7 лет ни одного стоящего скандала и злодейства. Не знать совершенно не о чем. Хоть о сотворении мира расследовать начинать. Вы попробуйте, я уверен, что вы взрослый командир. Мне письма не приносили? Нет, господин Штольман, для вас ничего нет. Лиза, мне письма были сегодня? Нет, барышня. Нет? А ты уверена? Да. Ага. Маша, это бессмысленно! Послушай, Штольман в городе, он получил сюда назначение, это надолго! Рано или поздно они все равно встретятся. И она все узнает. Отдай его мне. Что за нелегкая его принесла? Ветром прилег у ног после путей дорог, раньше прийти не мог. Я здесь, благослови закат, тихий, как листопад, знаешь, что виноват. Искушает судьба, искушает. Все когда-то грехи совершают, и в неведенье шагом невольным самым близким мы делаем больно. Искушает судьба, искушает, но она ничего не решает. Только наша любовь, только наша любовь вновь из пепла меня воскрешает. Ты здесь, просит душа тепла, осень костры зажгла, зная, как я ждала. Я здесь, благослови закат, тихий, как листопад, знаю, что виноват. Искушает судьба, искушает, все когда-то грехи совершают, и в неведенье шагом невольным самым близким мы делаем больно. Искушает судьба, искушает, но она ничего не решает. Только наша любовь, только наша любовь вновь из пепла меня
воскрешает. Я здесь, здесь. Ветром прилег у ног. После путей дорог, после путей дорог, раньше прийти не мог, не мог. Ты здесь, звезды сошли с небес, слышат река и лес эту благую.